hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Короче, мы только что пришли с улицы. Да, всем привет. Вообще слюнки потекут. Ну, чуть-чуть. Рыбка. Классно. Да. Дали себе попить. Сейчас мы покушаем и присоединимся. Тихо, ты тихо говоришь. А что свет так мигает-то? Я не знаю. Погромче говори, короче. А то мне в комментариях пишут, погромче говори. И присоединимся, к короче, вам. К вам. Да. Всем привет, дорогие друзья, еще раз. Сегодня я решил сделать такой пранк. Никиты. Кинуть усыпительное в Кока-Колу. Вот на эту таблетку. Вот это как там его? Вот я кидаю ее сюда. Вот, как вам показать, вот. Я кинул, зашипело. Это, так вот. Посмотрим на его реакцию. Вот, и мне надо сейчас камеру установить. Сейчас, минуточку. Может, даже не заметит. Вот, я установил камеру. Ну, пускай запись идет, не буду ее прихлорасять. Вдруг он сейчас зайдет. Он идет. Ребята, вы посмотрите на это. Он реально, ты меня слышишь? Его хоть бей, хоть не бей, он спит. А теперь от дозировки. Он опять перечеркнул. Ну, как бы, ему сейчас все пофигу. Даже еще нет смысла хлопушку хлопать, потому что он как танк. Вот. Кстати, рыбка вкусная. Мы отмечаем, кстати, Рождество. Я решил сделать такой пранк. В общем, подписывайтесь на канал. Он уже храпит, представляете? Я не знаю, что на тебя делать с ним. Я его буду, наверное, часа два был. Хотя бы сейчас ледяной водой я болею, все. О, Кока-Колу я болею. Вот, кстати. Но, может быть, видосик подходит к концу. Ладно, дорогие друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.